Ремонтные работы в подъездах ведутся в данное время в поселке Красковский, в частности, в доме номер 9 силами Ильинской управляющей компании. Ремонт подъездов проводится по программе губернатора «Комфортная городская среда». Значит, в этом году силами Ильинской УК и Чулковской УК будет отремонтировано 29 подъездов. Сейчас улучшают состояние в 10 парадных, а конкретно над 7 подъездами трудится Чулковская управляющая компания, и 3 расположены на территории, которая обслуживает Ильинская УК. Перечень работ по ремонту подъездов входят такие работы, как снятие старого штукатурного слоя, старой покраски, штукатурка и выравнивание стен, потолков, дальнейшая их шпаклевка, грунтовка, окраска. По срокам в планах сдачи этого подъезда 20 апреля. Рабочие уверяют, объект будет сдан раньше намеченной даты. Мы здесь уже отшпаклевали на 100%. Единственный момент, сейчас дождемся окна, двери пластиковые. Также уже положили плитку на этажах и межэтажье. Соответственно, после того, как придут окна, двери установят, мы уже будем красить стены. И все, у нас подъезд готов. По словам Эдуарда Финогенова, в перечень работ войдут установка новых светильников, электропроводку закроют в короба, лестничные проемы и перила будут свежевыкрашены. На входной группе будет уложена плитка и установлены пластиковые межтамбурные двери. Контроль за работами осуществляет не только управляющая компания. В комиссию по приемке подъездов будет входить ГЖИ, технадзор, представитель управляющей компании, представитель управления жилищно-коммунального хозяйства Раменского городского округа и собственники данного подъезда. Елена Цыганова, Игорь Чернышов, Егор Кабанов для программы «Городские вести».